Для певца Алексея Воробьева «Золотой граммофон» — это особая степень признания. Уважаемые дамы и господа, леди и джентльмены, только сегодня и только для вас уникальное цирковое шоу «Сумасшедшее». Группа «Френды» и Алексей Воробьев. Утро, как обычно, 22 часа. Запрыгнуть в лабутены и успеть накраситься. И закрыв глаза, улыбается. Она живет, как будто каждый вечер пятница. Одной улыбкой разбивает сердце, но она просто любит засыпать и танцевать одна. И закрыв глаза, улыбается. Все смотрят на нее, она сумасшедшая, но она моя, танцует до утра, поет шала-ла-ла-ла. Сумасшедшая, но она моя, танцует до утра, поет шала-ла-ла-ла. Шала-ла-ла-ла, шала-ла-ла-ла. Смоки айс, мейкапы, новый роликс на руках. Убегает от своих проблем на каблуках. И закрыв глаза, улыбается. Она живет, как будто каждый вечер пятница. Подруги разбежались по танцполу, но она просто любит засыпать и танцевать одна. И закрыв глаза, улыбается. Все смотрят на нее, и ей это нравится. Она сумасшедшая.